сегодня у нас 4 мая, да, вот выпал снег. Здесь все растаяло. Просто такое бывает. Опять снег. Вот это единственная велосипедная дорожка в нашем городе, в которой ходят люди. Вот почему я все время против. Был против велосипедных дорожек, что они совершенно ни к чему. Вот смысл ехать, держать дорожки, типа такой, ладно, бегун. А вот прохожие совсем мешают. Если бы штрафы вводились, еще можно было бы. А так, да, меня спрашивают, много раз спрашивали про велосипедные дорожки. Вот я такой, 4 мая, у нас настоящая зима. Кто не верит, приезжайте. Пока доехал, поругался с прохожими. Мужик и женщина с мальчиком не хотели уступать. Говорит, а нам что, сугроб что ли? А я сказал, что велосипедная дорожка. Ну, резко остановился рядом с ними. Вот еще наше культовое место, Семеновское озеро. Я про него снимал где-то в начале, что ли, года. Все, в сентябре или октябре, как только снег выпал. Вот. На храм пас на отдых. Вот сколько народу ходит. Это сейчас как-то не поубавились. Тут народ целая вереница стянулась. Плохо, что штраф здесь не берут. Я, в принципе, не езжу на этих велосипедных дорожках. Но по этой причине я объезжаю. Вот все это. Он едет. Это еще вечер. Народу мало сейчас. А днем здесь ходит, так же не проехать. Непонятно, для кого делали эти дорожки. Для велосипедистов или для пешеходов. Вон там. Идут они обычно подвое посередине, так что тебя не обидят. Да, вот они. Герои. Ладно. Там с детьми ходят, не боятся.